Всем привет, привет, друзья, мои подписчики. Рада видеть вас на моем канале. Распаковок посылок с AliExpress. Спасибо вам за то, что смотрите, комментируете, ставите лайки. Я все комментарии читаю, учитываю замечания, пожелания. Буду стараться улучшать свои видеораспаковки, чтобы вам было интересно смотреть меня. Ну что, давайте начнем сегодняшнюю распаковку. Заказала я себе это кошелек для карточек, держатель для карт. Упакован он был отлично в пакет и обернут был. В подарок продавец положил шарфик, очень приятно. Давайте посмотрим. Вот так вот у нас. Так, тут тоже у нас вложены. Выполнен он из натуральной кожи. Даже присутствует запах натуральной кожи. Здесь у нас поместится много карточек. Швы все ровные. Нет никаких ниток. Ничего не торчит. Также и снаружи. Мягкий, приятный. Небольшой размер поместится в сумочку. Этот держатель карточек примерно стоит 800 рублей. Это купальник. Да, странно, конечно, сейчас, что я заказала купальник. Заказала для того, чтобы ходить в бассейн. Захотелось мне слитный вариант. Запах абсолютно никакого нету. Стоимость этого купальника около 800 рублей. Расцветок на выбор было несколько. Я взяла классический черный. Ткань отлично тянется. Ткань абсолютно такая же, как в обычных купальниках. Тут у нас идет подкладка внутри. Просвечивать точно не будет. И спереди у нас крест-накрест сделан вверх. Внутри вставлены чашечки. То есть их по желанию можно вытянуть. Здесь есть дырочки, есть возможность. Вот так вот сделано внутри все. Я думаю, грудь будет держать отлично. Лямочки у нас широкие. Регулируются по длине. Фурнитура металлическая. Я считаю, что для бассейна отличный вариант. Заказала на осень себе шарфик в ярком расцветке, в красном. А как заявлено у продавца, тут есть в составе кашемир. Не знаю, правда ли это или нет, я утверждать не буду. Ткань безумно мягкая, очень-очень мягкая, приятная. Запаха абсолютно никакого нету. Здесь у нас даже есть бирочка, здесь написано кашемир. Он очень большой. Достаточно он большой. Укутаться можно замечательно. И внизу у нас идут такие кисточки. Мне нравится все. Отличный шарфик. Расцветок на выбор тоже есть много у продавца. Советую. Пришли два фонарика. Заказала я у одного продавца. На маленький фонарик ручной. В оранжевом цвете. Приятное покрытие, такое силиконовое, не скользящее. Кнопка есть, она тоже прорезинена. Фонарик водонепроницаемый. Стоит он абсолютно недорого. Взяла я его за 60 рублей, меньше 1 доллара. Качество отличное. Здесь у нас есть зажимчик, можно куда-нибудь повесить. Работает он от батареек. Так, светит он с этой стороны. И здесь у нас еще есть лампочки. Также этот фонарик имеет магнит. То есть удобно, если что, куда-нибудь примагнитить, и он будет вам светить. Давайте проверим. Оп. Вот, видите? Магнит достаточно. Нормальный магнит. Можно вот так вот повесить, и он будет вам светить, куда надо. Либо в машине примагнитить, поставить, и он будет стоять. Так, работает он от двух батареек. Так, здесь у нас вытягивается. В комплекте их нету. Давайте сейчас вставлю и проверим, как он работает.
Что, батарейки я вставила. Нажимаем на кнопку, загорается у нас сверху. Светит достаточно ярко. Нажимаю второй раз и загорается вот здесь вот. Тоже отлично светит. Взяли, примагнитили куда-то, и у вас висит фонарик, подсвечивает вам. Нажимаем, он выключается. Отличный фонарик. За 60 рублей, мне кажется, отличный вариант. Ну и второй фонарик, это уже для типа кемпинга. Ну, на самом деле он подойдет для любых целей. Приходит он в фирменной коробке. Здесь у нас все характеристики фонарика. Такой вот интересный фонарик. Здесь у нас есть две ручки. Так, давайте. Вот так вот он выдвигается. Туго достаточно выдвигается. Так, здесь у нас откручивается. Так, здесь у нас три батарейки пальчиковых вставили, и он загорелся. Пятный фонарик. То есть, когда мы его задвигаем, он тухнет. Как только у него здесь датчик, видите? Оп, он потух. Как только вы его выдвинули, он автоматически загорается. Отличный фонарик, действительно, как для кемпинга, либо в машину можно положить на какой-нибудь экстренный случай. Очень мне нравится этот фонарик. Стоимость его тоже недорогая. Взяла его примерно за около 290 рублей он стоит. Так что советую я вам. Оп. Все компактный, маленький, небольшой такой. Пало поставили или положили куда вам надо. И пусть лежит. Я назаказывала чехлов или бампер, как их называют, себе на телефон. Думаю, уже совсем старенький, и решила обновить. Заказала три разных варианта. И, как видите, все три разные упаковки. Давайте начнем с этого чехла. Он упакован в фирменную коробку. Тут нарисовано, как, что он может делать. То есть магнит и ручка. И здесь что-то написано. Наверное, характеристики данного чехла. Здесь у нас мягкая подложка лежит, чтобы не повредился. О, посмотрите, как внутри красиво тоже выполнен. Не только снаружи чехол, но и внутри. Весь в звездочках. Стоимость этого чехла 130 рублей. Чуть больше $2. Выполнен он отлично. Силиконовый, мягкий. Здесь у нас идет, не знаю, вот такой вот держатель. Держатель. Плюс магнит. То есть вы можете, если у кого есть магнитный в машине магнитный держатель, вы можете благодаря этому чехлу примагнитить, и он у вас будет в машине держаться. Телефон у меня Xiaomi Redmi Note 5. Проверим, подходит, не подходит. Отлично подошел. Почему-то захотелось в черном цвете мне. Все дырочки, все соответствует, все правильно. Очень удобно, кстати. Мне нравится. Так, держишь. Пошел. Отличный чехол. Второй вариант. Это усиленный бампер, как его называют. То есть он достаточно прочный. Здесь у нас он из пластика выполнен. Здесь у нас даже на шурупчики какие-то прикручены. Это у нас снимается, наверное. Да, это даже можно снять. Только с какой целью, не понимаю, зачем. Наверное, можно так ходить. Ну, я буду ходить таким образом. Так, здесь у нас тоже все внутри красиво выполнено. А здесь снизу у нас закрыты будут все дырки. Все отверстия мобильника и для наушников, и для USB. Стоимость чехла этого тоже недорогая, 120 рублей. Так, давайте проверим. Отлично подошел чехол. Такой мощный телефон стал. Но он здесь даже края чехла сделаны так, чтобы защитить ваш телефон. То есть от ударов, то есть будет ударяться. Ничего с ним не станет. Также все дырочки, все-все-все соответствует. И здесь, видите, у нас закрыто отверстие.
и для зарядки, и наушники. Надо зарядить. Оп, открыли. Чтобы туда не пыль попадала, ничего не попадало. Отличный чехол защитный. И третий вариант. Тоже интересный чехол по-своему. Тут у нас даже есть инструкция, как одевать его. Видите, здесь у нас отстегивается верх и низ, прикладывается и застегиваем на телефоне. Оп, таким образом. Давайте попробуем. Положили телефон свой. Так, что-то из... А, вот. Защелкнулось. Снизу. Защелкнули. Приятный такой, какой-то бархатный. Взяла в синем оттенке. Тоже все отверстия совпадают. Здесь у нас он также защищает ваш телефон. Отлично, мне нравится. Выбор, очень большой выбор расцветок, то есть не такие вот, не только такие варианты. А стоимость этого чехла примерно 130 рублей, чуть дороже 2 долларов. Чехлами я довольна, однозначно советую. В магазине очень большой выбор разных видов, цветов, так что зайдите, посмотрите. Это милая брошечка, которая одевается на воротник рубашки. Смотрится очень здорово, мне так понравилось. Видите, одеваем на воротничок рубашки, и вот такой милый котик играет с бусинкой. Стоимость его недорогая, он стоит рублей 40, меньше 1 доллара. Отличная брошечка. Единственное, мне кажется, что вот эта цепочка была бы красивее, если бы она была выполнена в серебряном оттенке, а не в золотом. Здесь у нас в виде иголочки. Так вот, защипляем и все. Отличная брошка, советую. Кроссовки. Каждый кроссовок был упакован в пыльник. Ни в какой коробке. Просто лежали в почтовом пакете. Вот такие интересные кроссовки. Даст хорошо гнуться. Здесь у нас выполнены они из материала. На небольшой платформе. Подошва выполнена. Задник выполнен интересным. Расцветок был у продавца. Было несколько. Вот черные, серые, вот как я взяла. И были розовые. Стоимость этих кроссовок 1000 рублей. Одеваются они без всяких шнурков, молний. Здесь у нас они на резинке. Просто натягиваем кроссовчик и все. Вот здесь размер подойдет, стелька вынимается, внутри все выполнено качественно, и на камеру не показать, то есть все внутри обтянуто тканью, такой же запаха, как обычно у обуви противной китайской, нету, чуть-чуть небольшой запах присутствует, так все отлично. Необычные кроссовочки, интересные. Подарок продавец положил саше лимонное. Советы. Это маечка. Маечка красиво на лямочках. Выполнена из блестящей ткани. Ткань такая, слышите? Шелестит. Здесь она такая немного колется, но внутри, внутри подклад на полиэстер мягкий. То есть колоться она не будет. Выполнена отлично. Сзади у нас на резинке идет. Жаль, что лямочки не регулируются. Это очень плохо. Присутствует пару ниток. Ну, для меня это не критично. Я могу взять, обрезать это все. Так, швы все ровные, аккуратные. Беру такие маечки, чтобы носить под жакет. Покупала я ее за 380 рублей. То есть совсем недорого. Расцветок на выбор есть несколько.
наушники беспроводные. Приход фирменной коробочки. Красивая бирюзовая коробочка. Так, внутри тоже все отлично упаковано. Лежат на подложке. Смотрите, они абсолютно все обклеены пленочкой. Так, в комплекте у нас идет USB зарядная и инструкция. Наушники лежат в кейсе. Кейс это идет уже как зарядка. То есть сюда вставляем USB провод и заряжаем. И сами наушники. Закос под, как их называют, iPods или как-то так их называют. В общем, вот они. Вот он сейчас пытается найти. Телефон. Форма у них обычная. Вот такие наушники. Как качество звука, я как обычно отпишусь, скажу вам, понравились мне они или нет. Стоят эти наушники около 600 рублей. Ну как же распаковка без мужских часов? Это буду не я, если я не покажу вам очередную покупку часиков для мужчин и для женщин. Ну ладно, шутки в сторону. Заказала опять из моего любимого магазина часы Binair мужские. Приходят всегда в фирменных коробках красивых. Положена салфетка по уходу за часами с наименованием бренда. Внутри у нас идет инструкция, браслетик в подарок и сами часики. Упакованы, завернуты, так что точно с ними никогда ничего не произойдет. Часы всегда из этого магазина приходят отличного качества. И внешне они смотрятся красиво на руке мужской, и качество у них отличное. Они достаточно такие тяжелые. Ремешок, натуральная кожа. Швы все аккуратные, ровненькие. Ничего нигде нет. Здесь у нас эмблема магазина. Также здесь у нас написан магазин. И даже вот на замочке, попробую фокус, на замочке есть у нас также эмблема магазина. Циферблат у нас достаточно массивный. Имеется надпись бренда, календарь. Имеются все три стрелки, шкала времени и еще три небольших циферблатика. Все они рабочие. Управляется все тремя кнопками. И все работает. А часики эти покупала примерно за 2000 рублей. Здесь у нас также в зате имеются характеристики, название магазина. Все заклеено пленкой. Советую. Это заказано два стула. Приходят они в замечательной упаковке. Каждый стульчик имеет свой чехол, у которого есть... Так, здесь ручка, если что, можно вынести. Так, здесь ручка и присутствуют бирки. Так, давайте сначала этот посмотрим. Здесь у нас открывается на молнии. И внутри в таком же цвете у нас стул. Стоимость этих стульев примерно около 1500, если не ошибаюсь. То есть берем вот это вот основание, раскладываем его. Оно, кстати, выполнено из металлической или алюминиевой. Надежный будет стул. Раскрываем, и сверху мы натягиваем наш чехол в виде стула. Качество отличное, запах абсолютно никакого нету. Здесь у нас логотип. Имеется кармашек
достаточно плотный материал. Что в этих стульях интересно, ну, замечательно то, что они занимают очень мало места. Оп, положили все в чехольчик и положили, и кинули в машину с собой. То есть можно брать с собой на природу, да, вообще куда угодно. И много места не будет заниматься. Всегда у вас будет с собой стул. Тоже он в чехле абсолютно таком же. Здесь у нас есть две ручки. Чехол на молнии. И абсолютно то же самое. У нас идет каркас алюминиевый или металлический. Мы его раскрываем и также натягиваем этот стульчик. По форме они чуть-чуть разные, но качество такое же отличное. Плотный-плотный материал. Однозначно советую эти стулья. Удобные, легкие, много места не будут занимать. Советую. Стул собирается вот такой вот. Один стул имеет высокую спинку, другой чуть ниже, но седлушка отличается: в одной глубоко, в другой поменьше. Они очень легкие, вон двумя пальцами держит, очень легкие. По бокам у них есть карманчики, и подголовники у них набиты поролоном, мягкий подголовник. Вот, конструкция собирается очень легко, то есть раз-раз, и все, за минуту у вас стульчик готов. И места мало занимает, каждый имеет свой чехол. Замечательные стулья. Выдерживает муж 80 килограмм, я не помню, сколько у продавца заявлено, но выдерживает он много. Такой удобный стул, отличный. И второй абсолютно такой же. Имеет вставки из сетки. То есть летом мне будет там жарко потеть, ничего не будет. Вот, абсолютно почти такой же, только цвет чуть другой. Вставочки из сетки там есть. Сама конструкция, она алюминиевая, да? Алюминиевая. А ножки и соединительные части, они из пластика. Взяли чехол, если что, можно, сняли, постирали. Все удобно. Тот синий, серый поудобнее, как я думаю. Серый муж сказал поудобней, чем этот. Потому что там, наверное, что там? Поглубь. Там седлушка побольше, а здесь поменьше. Но здесь спинка в нем повыше, а там поменьше. А так, в принципе, замечательный стулья, советую. Что, на этом мои посылочки закончились. Спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо, что смотрите. Ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить очередную мою распаковку. Потому что впереди очень много интересных товаров, необычных. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал. Ну что, всем пока-пока. До скорой встречи.